Всем привет, и мы на канале Надюшка ТВ, и это влог «Мой день». На каникулах во вторник. Примерно в 8 утра мы проснулись с мамой и пошли на остановку. Сначала нам пришлось пройти квест, это пройти лужи и грязь. Но наконец-то мы выбрались и дошли до остановки. Это еще буду записывать. Сейчас поедем до тети. Как у всех дела? Тут мы уже сели в автобус и едем. Уже приехали и поднимаемся. А тут уже пришли. Посидели, пообщались, и я пошла скупляться. Спускаюсь по лестнице. Ну и, конечно же, выхожу на улицу. Погодка суперская. И идем в поисках хлебушка. Ура, хлебушек мы нашли. Идем дальше скупляться. На рынке я встретила бездомных собачек и котиков, которых мне очень-очень жаль. Такие красивые и, к сожалению, никому не нужны. А тут я уже скупилась. Иду подниматься с полным пакетом. Несколько минут назад была хорошая погода, а потом начался резко сильный ливень и гроза. Уже где-то неделю у нас такая погода. Дожди. Сначала солнышко, а потом под вечер или утром ливень. Мы уже едем домой, пришлось нам ехать на такси. Хотели сначала пойти пешочком прогуляться домой, но не получилось. Дождик все испортил. Даже на остановку было тяжело дойти из-за ливня. Мы приехали домой, а у нас отключили свет. Ну, ничего удивительного нет. Почти всегда у нас отключают свет при погоде такой. Курочкам все равно на дождик. Гуляют и кушают вкусненькую травку. А я, конечно же, побежала кормить своих кроликов и поить их. Дождик не дождик, а кролей кормить надо. Позанималась делами на улице и решила сесть, дописать рассказ. Даже без света и интернета я могу найти себе развлечение, мне не будет скучно. Немного написала рассказа и решила послушать музыку. Я продолжала слушать музыку, сходить с ума и играла в мячик. Потом решила пойти на кухню. Там светил у нас фонарик. И было светлее. Меня не покидает, ты именно та, не подделка из Китая. Клеим счастье из проталин. Это не стена, но история простая. Ты, похоже, уже там. Но я все еще здесь. Между станциями метро превращаю стекло, отражающее твой свет. Забери меня куда-то вдаль. Всем еще раз привет. На этом видео заканчивается. У нас, можно сказать, 2 дня не было света. Нам дали, получается, в 9 вечера. Так что вот так. И я без света интернета что делала? Слушала музыку и все. Особо таким я ничем не занималась. Ну, я просто сняла влог. Обычный такой день, скажем так. Прям чего-то такого не было. Если вам интересно, то я могу иногда снимать такие влоги. Так что всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ.